Прививку от коронавируса пока не сделала, но сомнения в ее необходимости развеялись полностью. Светлана Брижань, директор культурно-досугового центра «Молодежный», совместно с руководителями других организаций округа пришла на встречу с представителями Одинцовской областной больницы и окружной администрации. Получила ответы на все интересующие вопросы. Очень многие боятся это сделать, но бояться не стоит. Сейчас в доступе прекрасные вакцины. Дело в том, что в России очень сильные вирусологи, и таких вакцин практически нет во всем мире. Люди боятся, но этого бояться не стоит. Надо прививаться, и ничего нам не будет страшно. В пунктах вакцинации нашего округа можно сделать прививку вакцинами «Эпивак Корона» и «Спутник Ви». Эффективность обеих вакцин научно доказана, говорят специалисты. Они формируют иммунитет на 2 года. Противопоказаний для их введения практически нет. Противопоказаниями для вакцинации являются обострение хронических заболеваний, острые респираторные инфекции, аллергические реакции на предыдущие прививки, на белок. Беременность, кормление, детский возраст. Даже онкологические заболевания не повод отказаться от прививки. Главное, чтобы болезнь находилась на стадии ремиссии не более 2 лет. Но несмотря на безопасность и доступность, прививочная кампания в округе проходит недостаточно активно, отметили спикеры. А чтобы коварная болезнь перешла в разряд обычных ОРВИ, нужно вакцинировать 60% населения. Да, вакцинация добровольная, да, это желание и посыл, позыв каждого из вас. Но мы хотели бы, в силу того, что вы сейчас здесь поняли, услышали, эту же информацию поделились с родными, с близкими, с коллективами своими. Сделать прививочную кампанию по-настоящему массовой поможет так называемая коллективная вакцинация, считают организаторы встречи. Задача руководителей – донести до своих подчиненных достоверную информацию и рассеять все сомнения. А если желающих вакцинироваться в одной организации будет более 20 человек, специалисты выезжают по адресу. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».